Анонс и точная дата выхода – четвертая часть сериала «Таежный детектив. Живая вода». Премьера сериала состоится 12 апреля на ТВЦ. В тайге найден труп целительницы Варвары. Татьяна и ее коллеги берутся за расследование. У команды нет сомнений, что произошло преднамеренное убийство. Впрочем, точные обстоятельства гибели еще предстоит установить. Тем временем племянница Варвары по имени Клава узнала, что обладает наследственным экстрасенсорным даром. Потомственной знахарке стал доступен секрет приготовления так называемой живой воды, благодаря которой тетке удавалось лечить даже самые страшные заболевания. Теперь представительница рода целителей может помогать людям. Впрочем, после таких перемен в жизни Клавдии у нее появились большие проблемы на личном фронте. Не успели детективы раскрыть дело о гибели ее родственницы, как для сыщиков появилась новая работа. На территории местной турбазы под названием «Приют шаманки» отдыхал молодой человек, и он неожиданно пропал. Ни постояльцы с персоналом заведения, ни жители окрестностей понятия не имеют, куда он мог запропаститься. Таежного детектива и ее сослуживцев особенно заинтересовал один факт. Накануне исчезновения у туриста произошла конфликтная ситуация, связанная с личной жизнью. Главная героиня продолжает убеждаться, что в местности, которая может показаться тихой, на самом деле у сыщиков полно работы. Премьера четвертой части сериала состоится 12 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.